Таким увидели первый рабочий день наши корреспонденты, о чем запомнились выходные кировчанам и гостям города, они рассказали сами. Мы были с сыном в театре, много вчера гуляли у цирка, с ребенком проводили время замечательно. Генеральную уборку дома сделали. Мы выспались. Я работал. Работали вы там? Да, я выходил. Это хорошо? Работал. Это хорошо. Деньги получил. Встретила своих родственников издалека. Они из Магадана приехали. Я не видела их лет 10. Я не знаю ничего. Ой! Мам, ты что? К тебе приехала двоюродная сестра из Екатеринбурга. И мы встречались, вот встретились три поколения. Родные братья и сестры двоюродные. В тренажерку сходила. В принципе, все. Все мне хорошо вообще, все. Спасибо.